В Крыму стартовал сбор винограда. Несмотря на засушливую летнюю погоду, урожай в этом году будет не меньше прошлогоднего. Наша съемочная группа вместе с виноградарями приступила к сбору. Султания Ситакаева на связи со студией. Султания, расскажите, какие технологии применяются в посадке винограда и в чем их уникальность? Здравствуй, Эльмаз. Да, в Крыму стартовал сбор винограда, и одну из плантаций Бахчисарайского района посетил заместитель председателя Совета министров и министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин. Здесь, в селе Каштаны, применили уникальный способ посадки винограда. Это итальянская пергола, что позволяет ягоде расти в прохладной тени. Полезная конструкция, ягода растет большой, до 1,5 килограмм. Также хозяин предприятия планирует в этом году собрать с 1 гектара до 15 тонн винограда. Более подробно о урожайности этого года и расскажет министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин. Предлагаю его послушать. В прошлом году технических мы собрали 95 тысяч тонн, в этом году не меньше, у нас 5 тысяч молодых виноградников. Я думаю, что с каждым годом по 1000 гектар мы будем вводить в плодоношение. Задача стоит сегодня получить хороший урожай, и еще у нас месяц-полтора-два будет курортного сезона, чтобы доставить нашим приезжим гостям. Сегодня летний сезон, мы видим, что весь Крым заполненный, все спрашивают, персики уже заканчиваются, где виноград. Мы приступили к его уборке, я думаю, что мы порадуем наших гостей таким хорошим, красивым солнечным виноградом. А более подробно о сборе урожая винограда в Крыму смотрите в наших вечерних выпусках. Эльмаз.